Всем привет! Сегодня уже пятый день недели моды Mercedes-Benz. И мы, конечно, не могли бы пропустить, ведь сегодня на подиуме можно увидеть не только взрослых моделей, но и детей. Без какого акцента твой сегодняшний образ не был бы таким стильным? Без каблуков. Без этого выреза. Без жакета, либо без сумки. Так как без них образ был бы очень густой. Что вы делаете перед показом, чтобы не волноваться на подиуме? Мы просто себя настраиваем. Мы не хорошо говорим по-русски, но то, что мы знаем, что нужно просто вернуть в себя. Я подхожу к зеркалу и начинаю повторять, как я буду позировать, походку повторяю. Да я вообще не волнуюсь на подиуме. Что вы никогда не выкинете из своего гардероба даже через 20 лет? Широкие штаны. Я никогда не выкину из гардероба мою водолазку, так как она нейтральная и подходит абсолютно под все. Мне кажется, черное платье, оно остается актуальным всегда. Шарф. Почему? Потому что его можно использовать как аксессуар в любой погоде. Вот если бы у тебя была возможность одеваться в любой бренд бесплатно, какой бренд? Вольская. Потому что мне нравится ее стиль одежды, то, как она, ну, выражает их, как шьет, и качество тоже. Я думаю, что Шанель. Мне очень нравятся их новые коллекции. Fashion Week задает темп моды и стиля на ближайшие полгода. И дает возможность зарядиться нереальной атмосферой.